Существует множество рецептов приготовления вкусного хлеба, но поверьте, этот хлеб станет вашим любимым благодаря сочетанию воздушного теста, изюма и орехов. Приготовить такой хлеб легко и быстро. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить пшенично-ржаной хлеб на закваске, но не простой хлеб, а с добавлением сухофруктов и орехов. Такой хлеб отлично подойдет в качестве вкусной основы для бутербродов или гренок. Благодаря закваске хлеб получается очень ароматным, воздушным и одновременно не слишком пористым, что делает его очень красивым в разрезе. Вы можете взять любые орехи, грецкие, фундук, миндаль или кешью, а изюм заменить курагой или финиками, получится очень вкусно. Для приготовления закваски смешайте стартер с водой комнатной температуры и просеянной мукой. Накройте. Оставьте при комнатной температуре на 4-12 часов. Разведите закваску водой комнатной температуры, перемешайте и добавьте соль. Вылейте разведенную закваску в миску тестомеса, добавьте просеянную муку и месите 3 минуты на первой скорости и 3 минуты на второй. Добавьте грецкие орехи и изюм. Месите до однородности теста. Переложите в миску, смазанную растительным маслом, и слегка обомните. Влажными руками выровняйте верх теста и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто на 1 час при комнатной температуре. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, выложите тесто и округлите его. Выложите швом вверх в корзинку, слегка присыпанную мукой. Присыпьте тесто мукой и оставьте на 2-3 часа. Придерживая тесто рукой, переверните корзинку и выложите на пергамент. Аккуратно смахните кисточкой муку, сделайте несколько надрезов и сбрызните водой. Духовку вместе с камнем для хлеба разогрейте до 240 градусов, выпекайте хлеб 10 минут. Снизьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 35 минут. Хлеб полностью остудите на решетке. Приятного аппетита!